Земля от цвета. И вот тут я начинаю про кунсткамеру. У меня осталось немного времени. Конечно, не успею. Начинаю с самого простого. Кунсткамера закончится вот этими страшными вещами. Вот. Я вывескатель. Страшные вещи, что нам внушили, что мы вылезли из грязных луж, что наши предки мыши, идиоты, идиотство. Я все это буду доказывать с цифрами. И много, и уже начал только. Реакции нет. Наука отдыхает и будет отдыхать еще десятки. Никогда официальная наука, связанная с властью, не скажет, все не так. Не было это самое, так как написано в учебниках, так как преподают, не было этого. Потому что то, что я докажу, это доказательство, но они не будут даже рассматриваться. Им невыгодно. Человеку комфортно, он знает, что ему не придется на том свете отвечать. За то, что ты обокрал миллионы людей, они без лекарств, без этого, без медицинской помощи, без инвалидных колясок, без зубов. Знаете, страна без зубов. Наша страна без зубов. Вот. Старшее поколение. Не знаете? Вот. Только того, чтобы один мог купить себе лишнюю яхту или самолет. Понимаете, в чем дело? Поэтому никогда власть не пойдет, чтобы хотя бы допустить как вариант божественное происхождение. Это все будет кунсткамера. Но все начнется она. Я уже заканчиваю скоро. Начнется кунсткамера самого простого. Вот. Берет человек, наученный этими самыми, отрезает ветку. Просто так. Это ж я нигде попала, это у соседей. Вы думаете, я что, куда-то езжу в Абакан или Минусинск? Фотографии делать? Мне, чтобы книгу написать, раз, два, три, четыре сада вокруг меня с общей оградой уничтожены. Во! На монографию хватит этого. Они погибали, я сделал сотни фотографий. Я не мог остановить это варварство. Меня не слушали. И вот одна из них. Дерево после обрезки заболело. И больное дерево потеряло иммунитет. Вот. Потом, ни в чем не виновата, 90%. Здесь, может быть, есть несколько этих самых плодожорок. Может быть, несколько есть. Но давайте смотреть здраво. Уже плодожорки, ну как вам сказать-то, ну если, ну не может вот эта бутылка попасть сюда все плодожорки, которые вот 50 метров и прилетят чуть позже. Вот. Ну, очень много. Здесь сотни уничтоженных, ни в чем не виноватых этих насекомых. Поэтому я вынужден написать то, что никто никогда не написал. Они же не ходят, пацаны, они же не видят. Ребята, все насекомые являются опылителями. Повторяю, все насекомые являются опылителями. Нахрена ты это сделал? Дерево заболело, и, вот, и теперь насекомых привлекает то, что теперь его можно жрать, а иммунитета нет. Вот. Фагоцитов нет, я уж извините, уже не знаю, как эти без терминов обойтись. Вот. Фагоцитов нет, значит, лейкоцитов нет. Что дальше? Повесить эту самую, уничтожить несколько сотен ничем не виноватых этих. Конечно, это не подрубит основы мироздания, уничтоженных 100, 200, 300 насекомых. Ни в чем не виноватых. Может быть, тут плавает три этих, как их, три плодожорки, три штуки. И ради этого, но главное, зачем было дерево калечить? Повторяю, теперь так. Если бы эта ветка не была бы отрезана, вот это банка была бы пуста. Ну, на самом... Нет, привлекало бы люди, они бы также тонули. Тонули. Вот. Но все-таки тонуло бы поменьше. Знаете почему? Потому что насекомые облетают здоровые деревья с иммунитетом, уже издаля чувствуя запах. Не по зубам. Укушу лист, сдохну. Укушу, сдохну. Поэтому здорово несколько бы утонуло, но, в принципе, не было бы уничтожено сотни насекомых. Мне жалко до слез. Это одна триллионная часть от того, что тут летает, и все равно жалко. А вот это
будет кунсткамера, пункт первый. Вот. Потом начинается посложнее. Вот. Вот эта девушка, ангельская внешность, женщина. Вот она, у нее ангельский голос. Я иногда думаю, неужели специально все-таки существует Мефистофель, и это его дети. Научит калечить деревья 1,5 миллиона и продолжает учить. То есть уже знает меня, уже знает, что я называл ее фильм смертельно опасным, что она погубит и погубила миллионы деревьев. Даже если каждый по одному отрежет, вот. Я тогда, знаешь, что сделал? Нет. Я бы мог ее на ее сайт вас привести. Вы бы посмотрели, что нет у нее никакого сада. Как-то забыла. Я сейчас о другом. Смотрите, как это будет выглядеть. Вот я, допустим, введите запрос, так. Введите запрос. Нет, сейчас, минуточку. Не там. А, вот здесь, значит. Что меня может интересовать? Первое слово — схемы. Сейчас поймете, как это делается. Вот. И как она умудрилась нарисовать. Почему я номер один в кунсткамеру? Объем страшных смертельных приемов максимально у нее получился. Снежинки, схемы. Где-то я это плетение. Нет. Короче, так, схемы. Аба. Резкий. Дальше найдем. Нет. Аба. Резки плодовых. А, вот уже высветилось. Вот они, вот эти схемы. Вот, смотрим сюда. Как мы будем сейчас смотреть на них? Вот они. Все картинки. Смотрите. Потом я с ней подробно разберусь. Я сам принцип, что кто попадет в кунсткамеру, это на века. Понимаете? Вот. Вначале она, в конце. Она вот эти присобачила. Для чего? По ее мнению, это дерево неправильно. У нее есть причины. Она же тоже училась чему-то. Вот. Я, правда, не понял, чему. Вот вниз растет, отрежем, вверх растет, отрежем. Вот это отрежем. А эту наполовину зачем-то. Понимаете? Вот. Эту целиком, и по ее мнению, должно остаться вот это. Полностью завечное дерево. Попробуйте посчитать количество ран. Так. Но это полбеды. Ей нравится, что дерево загущено, ее научили. Это было ладно. Вот, это было ладно. Но дело в том, что она перед этим ангельским голосом сделала другое. Внимание. Она вот это деревья, да, вот второй год, да, вот это я еще допускаю. Мы стараемся делать дерево приземистое, кустовидное, да. Вот, теперь она снова подрезает ветки. Третий год подрезает, причем капитально, ветки. Так, видите? Шестой год, вернее. А она сама никогда в жизни не залезет на это дерево. Потом она решила, что все, вот эта половина сделана. Теперь ей надо осветлять караул. Вот это научив. Смотрите внимательно. Сколько лет этому дереву? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Но уже это дерево требует, чтобы на него залезть эту стремянку. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 23. 35 примерно веток отрезать. Вот они. Вот. Представьте себе, весной это надо делать. Но теперь после этого у нее станет еще больше, чем тут. Искалечив дерево. И вот я пытался понять логику человека, да, вот этого человека, который умудрился загущать, видите, вот они рядом еще расположены, а потом осветлять. И вот эти 20 минут, когда она заработала большие-большие деньги, как минимум 1,5 миллиона просмотров, ради этого, и уже зная, что она придумала мертворожденную как технологии по уничтожению дерева. Это невыносимо. Это надо постоять возле дерева. Это надо вспомнить почтальоншу, которая также училась по этим схемам и вместе с мужем уничтожила собственный сад. Посмотрите внимательно. Это что, дерево? А у нее еще есть вот такие отрезала. Еще это. Ой,
Все. Теперь я возвращаюсь, успокоился, да? Возвращаемся к нашим. Это. Вот понимаете, кандидатку с камерой за номером. Это навсегда. Это уже меня не будет живых. Потом тебя не будет живых, Поливкина. Но ты представляешь, куда ты попала? Ты вот сейчас, может быть, все равно Поливкина, там у нее количество комментариев, а это тоже, оказывается, зависит от дохода. А у нее там тысячи комментариев, десятки тысяч. И где-то она прочтет, что кто скажет, ты уже лизок с камерой. Это моральная тюрьма для таких, как моральная. Ты что, с ума сошла? Ты чему научила людей? Ну ладно, там 100 просмотров, 1000. У некоторых 100 тысяч. Это еще не смертельно, остается еще миллионы. Но у тебя счет на миллионы пошел, Поливкина. А какой ангельский голос? Знаете, когда я первый раз слушал? Десикатор. Она завораживает этим голосом. Завораживает, поверьте. Не мо... Я все думаю, ну почему у меня 1000 просмотров, а у нее миллион? Тысячу раз больше. Почему я спас вот таких, как та дама, которая плакала это? Что, ну, уже, по крайней мере, пусть поздно, но уже больше не будет калечить деревья никогда. А тут, посмотрите, 1000 раз больше. Понял, для чего кунсткамера нужна? Вот это кандидат за номером раз. Вот это кандидат за... А, еще. Это учеба, ребята. Простите еще раз. Нас теперь добавится в 10 раз больше. Спасибо Яндексу, спасибо Троценко, спасибо моему брату Железову Юрию. Внимание. Вот. Наверное, я на этом остановлюсь, но кандидат... А, ой, что же мне с Ольгой это делать? А вот пришлет запрос на эти самые, зачеркну, вдруг пришлет запрос на косточки, я пойму это как знак примирения. Не извинения, но примирения. Давайте закончим с побелкой. Итак, ой, там самое интересное впереди. Ну ладно. Вы видите ее голову? Вот это Поливкина, ну вот написано. Вероника. Я ничего не путаю, я с экрана снимал. Итак, повторю для новичков. Для начала я, как все, 1 год белил. Я развел, пусть будет 5-10 минут, но это история тупейшего приема. Кончится вот этим вот смехом и идиотским смехом вот в данном месте, на данной фотографии. Смотрите внимательно, как доходим от простого до идиотизма. Итак. Гашу известь, прочитал в журнале, в газете, вот, выписывал, гашу известь, подождал, как положено, вот она, на другой день, стараясь погуще, да, чтобы не облетало. Только еще ночью морозы, а днем уже плюс. Раз, эти деревья, принимаю за чистую монету, так. Ну что, первые дожди смыло к чертовой матери. Вот, что делать? А морозобойные, нет, солнечные ожоги, а для меня это те же морозобойные, я их не различаю, появляются, когда якобы, ночью минус, днем плюс. Или перепад температур с теневой стороны, допустим, там на солнце нагрело до плюс 10, а с минус 5. Хотя, в принципе, уже тепло, но в тени всегда холоднее. И опять якобы расширяется кора и лопается. Называется солнечные ожоги. Ладно. Следующая статья в настоящий год читаю. Плохо дело. Опаздываете вы, господа, когда в апреле-то берете. Бесполезно это. Берите осенью. Развожу, гашу известь еще гуще, как сметана. У меня же она поблетела. В середине лета следов не было. Дожди. Вот. И дождался почти минусовой температуры, но еще плюс, побелил. Приходит уже не апрель, март, когда морозобойный якобы свирепствует в марте. Нет, побелил. А я переживаю, будут ожоги солнечные, это деревья долго не проживут. А потом я наблюдал, а мне просто дальше было некогда, допросил и все, и посмотрел, мне деревья погибать не собираются. Я долго не знал, побелка плюс или минус, или просто даром не нужна, или плюс и минус уравновешивают друг друга. То есть лишняя работа, лишняя это самое,
затраты времени, затраты денег. А технология на месте не стояла. Место. А их начали усложнять как? А вы обретаете ничего. А вы, и добавь туда глина, она же такая, знаете, как это, как клей. И все, добавьте глину, и снова не будет. Ну, начали люди добавлять глины. Ну, вы знаете, против дождя не устоишь все равно. Тогда начали добавлять туда клейкие вещества, а самое догадливое, учитывая, что миллионы уже мозгов забито всякой дрянью, начали выпускать, вы поверите, уже не пишут побелка для, или не так, там, ну да, побелка для, это самое, для деревьев. Нет, краска назвали. И уже еще есть составы довольно сложные, а есть уже готовые, то есть ни за что не облетит. То есть звездки перешли на краски. Вот. И с этого момента наступило страшное время. Во-первых, идиотизм заключается в том, что эстафету, почему страшно, я сейчас покажу. Вот. Потому что вред пересилил пользу в десятки раз и нанес смертельный удар по садам, о чем никто и сейчас не догадывается. Вот откуда можно знать Поливкина? Она взяла, это не ее фотография, у нее вообще нет это, своих фотографий. Эта фотография тоже с интернета. Не имея ни малейшего понятия о садоводстве, полный ноль, она выбрала фотографию, где заранее уже сделаны страшные раны. Одна, вторая. Это же готовая фотография. Это не она отпиливала. Третья, вот там, видите, снизу, четвертая. Ну, наверное, есть еще невидимая отсюда. Вот. Итак, страшные раны нанесены. Теперь шансов, даже если не красить, не белить, если даже белят с целью, чтобы не было морозобоин, уже поздно. Дерево изувечено в усмерть. В усмерть, понимаете, сюда мороз пойдет, сюда. Пойдет сюда. Пойдет, вот эта ветка тоненькая. Рана вот эта, примерно 5 раз больше, чем диаметр вот этой вот довольно тонкой ветки. Понимаете, в чем дело? Вот. И что получается? Боже мой, ведь зачем оно вообще тогда белить его, если оно уже заранее искалечено? А Поливкина это невдомек. А теперь представьте нормального человека. Да, Поливкина научила. Делаем чешевидную форму. Пусть солнце проникает сюда. Пусть она потом, эта вода, уничтожит все живое под деревом. Дерево будет болеть. А никому в голову не приходит, что только потому, что они середку вырезали, высветлили. Еще раз говорю, листья – это святое. Это, листья – это крыша. Крыша вот этой почвы. Они этого не знают. И мало того, искалечили дерево. А зачем белить-то теперь? Вам что, больше делать нечего? Поливкина, ты чему научила? Чешевидной форме искалечили дерево, которое заболеет 100%, а потом еще для смеху. Вот. Я в таких случаях говорю, представим себе, приходит не просто доктор, даже у нас даже патологоанатомы имеют образование, высшее там медицинское, правильно? Это же не эти, не слесаря, а патологоанатомы. И вот он приходит, представим себе, что вот, надоел ему морги, спасу-ка я кого-нибудь. А они еще, есть такие люди, которые занимаются, как это называется, косметикой, то есть покойников, ну это надо все-таки, надо подкрасить, надо это, да, там, много чего надо, ну то есть сделать лицо более-менее привлекательным, да. Ну и что вы думаете? Представим себе, что он берет и приходит, не морг, а вот захотелось и пришел в реанимацию. А человеку стало жить день, два, три, и он берет краску. Ну, ясно, какой там, белило, румяна, что там еще использует. Там много чего в косметике, да? И начинает человека, который к смерти приготовился уже, или уже без сознания, раскрашивает ему лицо. Не просто, а так, как будто ему сейчас на подиум. И теперь лицо молодое-молодое. Намного моложе. И говорит врачу, который его туда пустил, реаниматологу. Все, теперь он будет жить. Тот, естественно, пошлет его нахер. Вот. Потому что это издевательство. Умирающий человек, он покрасит лицо не покойнику. А вот здесь это как раз и делается. Я уже другого примера не могу. И получается, что
Оливкина для меня вот такая вот, вот это вот, разместив на сайте, чтобы люди вот это видели, это дерьмо, этот идиотизм полный, чтобы они знали, кандидат в Кунсткамеру за номером раз. Вот. Вот это вот кандидат номер два. Я выбрал, сейчас уже все время наше стекло, я сам принцип. Потом пойдет сложнее. Вот здесь было приказано отрезать 4 ветки, правильно? Вот. Якобы генетиком, да, потому что она сказала, что железо генетику не изучал, значит, она изучала. Вот. И теперь это оказывается неправильное дерево, которое вот эти ветки мешают плодоносить. Так, и вот получается как? Я выбрал этот снимок красноречивейший, потому что он вопиет. Это можно где-то еще сомнение. Ну, вот ветки не очень толстые. Вот, а может, правда мешает. Но взять, изувечить, вот так вот отрезав раз, два, три, четыре, а потом поправиться, сказав, не на 40 сантиметров, на 50, потому что написано в справочниках у них 50, но тогда сюда попадают вот эти ветки. Фотографий у меня тысячи. Но эту, учитывая, что ее этот совет дал конкретный живой человек, вот, современный, который обиделся после этого так, когда это, ему сделали замечание, этого делать ни в коем случае нельзя, эти ветки отрезать. Вот. Вот это и будет кандидат номер два. Ну, потом кандидат номер три. Вот. И дальше пошло. И вот свеженький. Я сейчас заканчиваю, ребята. Мария Визерская. Когда я залез в ее сайт, я... Выпускница Тимирязевской академии. Что она сотворила? Она издала книгу на 190 страниц. Сейчас закончу. Вот это содержание книги. Я не поленился. Я нашел. Внимание. Вот это покажу. Вы понимаете, почему они очень нужны в Кунсткамере? Чтобы люди, не дай бог. А каждый день эта книга рекламируется. Это. Каждый... И сейчас вы найдете ее. Вот. Я уже не буду придираться к карте. Обрезка дерева зимой. С ума сошла! Какая зимой обрезка? Это вот сейчас, кто меня давно слушал, он уже понимает, что это идиотизм полный. А для нее еще нормально, ее так учили. Думаете, все? Обрезка осенью. Как обрезать правильно? Его нельзя трогать, не то, что правильно или неправильно. Его трогать нельзя осенью, впереди зима, когда рано. Запомните раз навсегда. Я очень надеюсь. Вы сейчас у меня на карандаше, есть такое выражение. Да? Вероятно, что вы попадете, девочки, в эти самые, в Кунсткамеру, 99,9. Вдруг кто-то в Визирской скажет, ты попадаешь в черный список. Потом будут говорить уже не это самое. Не Визирская, а Визирские. Да? Не Поливкина, а Поливкины. Понимаете, что вас ждет, какая судьба? Чтобы вы навсегда зареклись. Эта книга вредна, подла. Нельзя осенью это. Чтобы потом надо расшифровать. Только во время сока движения весеннего, когда раны не для тех, которые вы сделаете, а которые за зиму накопились, лось обглодал, тяжелый снег, ветку рухнула. Для этого интенсивное, активное, там такое творится, там потоки вверх-вниз, вверх, вымывается все, залечиваются раны. Они потом залечиваются, все оставшиеся до зимы. Успеть до зимы. Понимаете, девочки, там Визирская и это, и Полюхина. Девчата, задача дерева успеть до зимы, иначе чтобы рана хоть как-то, даже которая рана вам кажется еще такая, торчит голая, вот это. Она там внутри, там под этим уже искалеченным, под ничем не прикрытым, нет уже коры, нет уже камбия, вот. Но там уже голая древесина. Вы с дуру сделали такое. Голая древесина, голое дерево. Вот. Оно все равно внутри успевает новые сосуды вырастить, и даже с такой раны деревья еще живут. Но только если весной отрезали. Сокодвижение для этого. Я нигде этого не читал, но я знаю 100%. Понимаете?
Ну, а дальше кунсткамера пойдет важнее. Я ничего не забуду. Не забуду вот этого дурнейшая, тупейшая работа, которая не дает ничего. А рекламировать надо. Представляете? Лайки надо. Про побелку потом, потому что это будет убийственное, мои убийственные эти. Про то, что у человека это тоже попадет в фунт-камеру. А вам это не надо? А, Сечину, берем лягушку живую, дернули этим, поставили электрод, лапка дернулась. Мертвую лапка дернулась. У лягушки же души нет, понятно. Чистая физиология. Блядь, взяли на человека, это перенесли. Содержание книги ясно приводило к выводам об отсутствии у человека бессмертной души. Ну, идиоты, вы понимаете? Это дало возможность потом церкви взрывать. Это все я вам рассказывал, но много новых людей. Простите меня, я в следующий раз еще раз подробнее почитаю. Вот. Мышь за 65 миллионов лет стала человеком. Ну, блядь, уже. Вот. И это будет. Представляете, мутация мозга. У мозга может быть только в виде мутации только опухоль. А как может за каждое поколение родила мышь, а у нее миллион новых клеток? Откуда? Ну, думать же надо, когда это самое преподносит это как истину. Только бы Бога не было.